Друзья, приветствую вас в необычной игрушке под названием Pixel Blade. Это что-то вроде Майнкрафта, но вот в такой, знаете, рыцарской стилистике. Давайте сыграем, попробуем. Я один раунд сыграл, думаю, можно поиграть и во второй. Графика в игре прикольная, возможности тоже, кстати, весьма интересные. Давайте сразу устроим месиво жесткое такое, знаете. Круши, ломай, все враги пусть боятся. А можно сделать чуть потише. Так, вторая волна пошла. Какие-то зомби нулевого уровня. Я-то на нулевом уровне покручиваю, чем они. Ух ты, нифига себе, так можно? Обалдеть. Так, давайте-ка мы их разнесем всех. Блин, а чё я не попал-то? Игра что-то вроде в стиле RPG, то есть тут потихонечку прокачивается твой уровень. И в принципе, о, видите, level up. Это ж хорошо. Появляется еще одно окошко. Давайте посмотрим, что нам будет доступно. Stage 3. ДПС указано второе чего? Как что с ДПС? Ладно. Обалдеть. У меня атаки стали какие-то необычные. Аж стрелы летят. Вот это я понимаю. Прикольно, мне нравится. Блин, ну нет, это здорово. Мне очень нравится. То есть, если дальние атаки. Блин, ну нет, это очень-очень интересно. Так, давайте-ка побольше встаньте тут, столпитесь. А теперь я вас размотаю. Почти Mortal Kombat. Такой, знаете, майнкрафтовский. Ой, я что-то нашел меч какой-то. Неплохо. Продолжим. Следующий. Отлично. Блин, надо бы докачаться до второго уровня и посмотреть, что там у меня еще есть за способности, за возможности. На самом деле прикольно. Видите, я уже машу, и он еще, помимо того, что просто дерется, еще стреляет стрелами. То есть дополнительный урон идет. Критический урон есть также. Третья волна пошла. Ну и достаточно быстро восстанавливают способности, дополнительные атаки, скажем так. Все? А четвертая волна пошла, отлично. Ну, естественно, с моим уровнем также повышаются уровни зомби. Ну, опачки. Что это такое? Взял. И пока я атакую, меня атаковать не могут. Что тоже очень хорошо и интересно. Все, я его зажал и просто добил. Че, я уровень повысил, не повысил? Хочу посмотреть, откроется ли. Level up, отлично. Так, появилось третье умение, давайте его проверим. Погнали. А, и там в конце будет босс. Это уже интересно. Что это такое?
Типа мина, что ли? Не пойму. Точно, это типа... А, это щит. Вот это уже интересно. Хороший щит, мне нравится. Так, вторая волна пошла. Хотя здесь, в принципе, достаточно можно просто очень быстро передвигаться. Тут прикольно. Так, третья волна. Скорее всего, будет еще какая-нибудь. А, здесь еще есть оглушение. Ничего себе. Ну, как бы не был силен противник, мы все равно тоже не слабенько играем. Давай, вот так вот раз. И можно просто прятаться, собирать их в кучу. Вообще идеальная тактика, собирать их в кучу и использовать дальние атаки. Тем более очень быстро накапливается. Так, вот пятая волна пошла, отлично. Ух ты, это тоже что-то интересное. Бежим, 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 бежим. Какой-то интересный чувак там за мной бегает. Ух ты, у него атаки посерьезнее, чем у остальных. Да, он практически мне равен. Интересно. Друзья, такая вот необычная игра. Очень прикольная. Всем рекомендую скачать, попробовать. Здесь есть, по-моему, карта мира. Так, а здесь, я не знаю, есть ли здесь онлайн-режим. Не берусь это утверждать. Но, блин, на самом деле очень прикольно. И однозначно стоит того, чтобы скачать. Отличное управление. О, можно вертеть своего героя. Я так понимаю, можно его как-то и переодевать и так далее. Есть различные ивенты. Ну, об этом надо уже просто пройтись и посмотреть. Друзья, надеюсь, что игра и видео вам понравились. Не забываем подписываться, ставить лайки и жать на колокольчик. Всем пока!